Аварийное изотермическое одеяло от фирмы Rina Rescue. Спасательное одеяло из лавсана с алюминиевым напылением. Предназначено для защиты от переохлаждения в экстремальных ситуациях, например, при ранениях с кровопотерей или перегрева. Обеспечивает защиту от гипотермии, то есть от переохлаждения. Поверхность одеяла экранирует тепло, исходящее от тела, отдавая его обратно. Таким образом, оно позволяет сохранить до 90% тепла. Также оно защищает от гипертермии, то есть от перегрева. В случае попадания в ситуации с длительным воздействием прямых солнечных лучей или иного источника тепла, спасательное одеяло может быть использовано для защиты от него, как в роли натянутого тента, так и в виде кокона. Ветрозащитный и влагозащитный материал не пропускает внутрь воздух и воду. Само одеяло имеет компактные размеры и легкий вес, что совершенно не обременяет владельца при транспортировке. Не укутывайте человека плотно и не раздевайте его. Между телом и одеялом должен быть воздух. Не использовать вместо спального мешка пенки или одеяло. Можно поселить термоодеяло нижним слоем или накрыться им поверх спальника. Изделие не предполагает активное перемещение в нем. Материал устойчив к натяжению и может быть использован даже в качестве троса или мешка, но очень чувствителен к порезам и зацепам. Само по себе спасательное одеяло не греет. Максимальное время до начала значительных потерь тепла – час-полтора.